Так замечательно потрескивает огонь в этой печке. Как и обещала в фильме, где подрезала сирень, сказала, что расскажу вам о нашей печке. Поработала немножко на улице, замерзла. Хотя весна, но день на день не приходится. И вот она, наша замечательная печка. Трогаешь, и рукам горячо, и очень приятно. Это печка построена моим отцом давным-давно, где-то в 1960 году. Кирпичи здесь все старые. Посмотрите, как они выглядят вблизи. Возможно, вы слышите гудение, так гудит огонь и согревает вот эти кирпичи. Кирпичи эти старинные. Раньше у родителей печка вся была покрыта штукатуркой. Что мы только не делали, постоянно появлялись трещины. Супруг уже заделывал сеткой и сверху опять глиной выкладывал. Ничего не помогало. Трещины появлялись вновь и вновь. И потом решил зачистить. Посмотрите кадры. Вот так супруг очистил вначале печку. Потом заделывал каждый шов. И здесь вы видите, как тяжело ему это давалось. Чтобы подняться на эту высоту, необходимо было сесть на табуретку, с табуретки на стол, со стола на табуретку. В 40 лет он остался после разминирования без обеих ног, но делал очень и очень много. Супруга нет, а его работа видна. Папы нет, и его работа видна. Так что делайте хорошие дела, чтобы память о вас долго была. Чем мне нравится эта печка? Вы видите, что внизу она отделана декоративным камнем. Таким же камнем отделан наш дом. Мне он очень нравится. Это дикий камень, натуральный. В чем прелесть этого камня? Вначале нагревается кирпич. Печка топится у меня. Сегодня 14 марта, на улице прохладно, ночью бывает до нуля, минус трех. И, конечно, газ нам обходится очень дорого. Котел я отключила и греюсь вот этой печкой. Так в чем же прелесть? После того, как кирпичи нагреются, они отдают это тепло этим камням. И эти камни еще долго сохраняют тепло. И так приятно подойти, мне очень нравится. Вот так подойти и греться. И спина прогревается, сухое тепло очень хорошо. Вообще печка в доме – это замечательно. Посмотрите, как потрескивает огонь в печке. Вот так замечательно потрескивает огонь в этой печке. И еще мне нравится вот так встать и смотреть на свои цветы. А вот так вот смотрятся мои цветы, когда я нахожусь рядом с печкой. Красиво, приятно. Посмотрите, сколько их у меня на канале «Комнатные растения». И нравится смотреть в наш сад, будь то зима, будь то ранняя весна, когда печка очень нужна. Даже вот руки обжигает. Благодарю папу, благодарю супруга Игоря за хорошие дела. Вот такой вот рассказик о нашей печке. Поэтому, если станет вопрос, строить ли печку в доме, обязательно. Обязательно. Возможно, вам понравится камин. Настоящий, не электрический, а настоящий, с дровами. А возможно, захочется иметь вот такую печку. Посмотрите, печка замечательная. Видите, натуральные камни. Здесь все супруг обрабатывал. Глина вместе с раствором цемента. И также вот здесь все швы заделаны глиной. И покажу вверх, тоже есть глина. Видите, вот верхнюю часть супруг полностью обкладывал
огнеупорной глиной. И вот там, рядом с натяжными потолками, тоже окантовка глины. Мне очень нравится наша печка. Видите, что и с внутренней стороны она также заделана камнями. И есть, видите, вот такие оконца. Специально два окна оставил супруг, чтобы можно было чистить печку от сажи. Вот эта более старая, она более декоративная. И видите, здесь тоже замазано глиной, для того, чтобы не выходил дым. И когда я буду чистить печку, конечно, аккуратненько уберу, а потом опять заделаю глиной. И еще долго будет служить мне эта замечательная печка с вот такими красивыми старинными кирпичами. Я смогла вам передать тепло нашей печки. Она создает и тепло, и уют. Всего доброго! Пишите комментарии. С вами была видеоблогер Екатерина Снетко. Молдова, Крикова. Уютный домик. Домик родителей. Всего доброго!